Москва. Приветствую вас на канале Европлант Лайф. Сегодня мы продолжаем общаться с Глебом Успенским, создателем японских садов, про их устройство. Одним из важнейших элементов японского сада являются камни. И сегодня я как раз хотел пообщаться с Глебом по поводу камней. Камни совершенно замечательные у вас находятся в воде, они вот притягивают взор моментально, наверное, тем, что на них везде чего-то растет. Вот, и я подозреваю, что, наверное, может быть, это выросло там не специально или посажено. Нет, камни, конечно, имеют такую фактуру, и находясь в воде, в условиях повышенной влажности, на них формируется вот этот вот мох. Водородный слой. Водородный слой, да, растет мох, растут даже некоторые рябинки, пытаются расти, имея корни в воде. Но главное это не это в камнях, а вот их фактура, их наклон, стремление. Вот этим руководствуемся, когда расставляю камни. Иногда я вот смотрю на камень и думаю, что поставить его именно так, не сантиметром больше, не сантиметром меньше. Ну, это такой настоящий японский подход. Они же вообще как бы говорят, что камни сажаются как растения. То есть не просто кладутся, а вот сажаются, что у него есть лицо. Это так и есть. То есть иногда посадка камней и транспортировка занимает гораздо меньше времени, чем вот непосредственно установить его. Установить, чтобы вот он показал себя и показал, что он доволен этим местом. То есть нужно спросить еще и разрешение у камня. Ну, почувствовать это разрешение на установку его в данном месте. Ну, это, возможно, только сможет специально обученный человек, мне кажется. Ну, да, если мы начнем в наших садах разговаривать с камнями, да, я думаю, что это только японцы. Будет на пользу, да? Да, да. Не, ну, с другой стороны, да, с хорошим камнем, вероятно, всегда найдется о чем поговорить. Я хочу, чтобы вы рассказали вообще, где можно достать такие камни. Они же, наверное, где-то продаются. Не в лес же вы за ними ходите или в карьер в песчаный. И вообще их название, ну, это же какие-то минералы. Конечно, такие камни можно брать только у компаний, которые имеют разрешение на добычу нерудных материалов. Потому что забирать из природы камни, ну, не совсем корректно. А вот так вот? Конечно, да. Вот эти камни здесь используются в саду. Основные три вида – это черный камень шунгит из Карелии, белый вот этот ноздреватый камень Адыгея, республика Адыгея, и предгорье Урала, уральский степняк, бежевый камень. Ну, ничего себе, какая география у вас тут собралась. Да, несмотря на то, что разные вот эти вот камни – по цвету и по фактуре, форме, они в гармонии с друг другом. Мне кажется, удалось их подружить с друг другом, и они вместе здесь живут в пруду, в водопадах и других объектах сада. Я даже не вижу вот противоречий, потому что, ну, здесь морская галька у вас запаянная в цемент. Да, да. И живые камни природной формы, не обточенные, то есть вообще, которые с водой в природе не встречались. И в противоречии они вроде бы не вступают. Удается достичь путем, методом проб и ошибок, большей частью, конечно. То есть все равно надо сначала положить, посмотреть, как говорится, переспать с этим. Да, 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 да. Есть камни, которые не любят воду, которые крошатся, когда замерзает вода, лед, по весне все это в крошках, камень разрушается. Это различного вида известняки. Такие камни, конечно, нельзя использовать в воде. А вот шунгит, адыгейский степняк, уральский для этого прекрасно подходят. А вообще, насколько капризен у вас вот цемент? Вы все-таки посадили гальку на цемент? На раствор. Это раствор, то есть цемент, используется песок, добавки. Там различные. Не все просто, да?
Ну, свои нюансы есть тоже и здесь. Везде, да. Не так, что прямо какая-то сложность, но свои нюансы есть. Здесь в этом саду использовано 280 тонн камня. Ничего себе. Включая камень мощения, ландшафтный камень, камень на дорожке, на мощение, на отсыпку. 280 тонн за 8 лет создания сада сюда было привезено. А растений сколько у вас? Какая корреляция камней к растениям? Растений, например, в количестве больше. 300, более 300 спирей. А, только спирей. Было вывезено, да, из Европланта. Тоже в течение, не сразу, в течение этих лет. Ну, вот на самом деле интересно, что дороже обходится, камни или растения. Просто интересно. Камень, как основной материал, и в Японии, и здесь у нас он обходится, наверное, суммарно больше стоимости. Да. Больше. Ну, сопоставимой стоимостью растений. То есть вот посадить камень дороже, чем посадить спирею? Ну, спирею точно спире, да. Спирею точно да, да. Если мы берем какой-нибудь, возьмем какой-нибудь крупномер, то это вот сопоставимо, как там 2-3-метровое дерево посадить камень 200-300 килограмм. Ну, понятно. С таким камнем, конечно, уже и начнешь разговаривать, раз он такой дорогой. Глеб, я бы хотел, чтобы вы нам рассказали про вот эту вот историю с садом камней. У вас он присутствует, и ну, вокруг него ходит много различных каких-то мифов, не всем понятен и функционал, и эстетика, и расположение. Давайте подойдем к нему, и вы немножко расскажете касательно вашего сада. Глеб, я так понимаю, что вот это и есть то, что называется японским садом камней? Сад камней, да, это и есть. Вот, то есть песочница с камнями и гравием, это вот оно и есть? Ну, здесь в этом саду использовано 5 камней, это 5 сущностей буддизма, либо, что версия в нашей семье более популярна, по количеству членов нашей семьи, 4 камня и 5 основной, они стремятся переплыть это море через нерожденные еще, видите, круги. Ага. Это еще камень, который не появился. То есть камень, который поднимается да, снизу. Да, поднимается. Можно это интерпретировать как и утонувший камень, если кто-то ушел. В этом саду есть интересная особенность. Старший камень Будда – это местный камень, всплывший прямо на этом участке. Во время проведения еще подготовительных работ к садам, инженерных, то есть когда закладывали дренаж, проводили коммуникации, мы наткнулись на него. И удалить его было практически сложно, невозможно. Решили включить в наш вот этот вот дизайн сада камней. А вот эта вот отсыпка, это может быть и песок, и гравий любого цвета? Отсыпка есть какие-то каноны здесь? Символизирует море, светлая отсыпка. Здесь использована отсыпка змеевик, змеиный глаз, уральский тоже камень, очень такой интересный. Я могу даже показать, как наносится рисунок, это будет, может, возможно, интересно. Я бы просто хотел узнать, материалы могут быть для этого совершенно различные. Может быть и песок, и мелкий щебень, и какой-то отсев, или есть тоже какие-то
определенные каноны. Есть нюансы, да. Фракция вот здесь 5-10, 5 миллиметров до сантиметра. Песок может не подойти. Вроде кажется, что легче его там разровнять, но он быстро осыпается. Более крупный, наоборот, трудно с ним работать. А то есть вот форму вот поддерживают? Это, да. В Киото, откуда пошли эти отсыпки в садах камней, это киотское месторождение такого серого, белого-серого крошки. И оттуда размер, и оттуда и пошел, потому что это было удобно с ним работать. Ну, вот насколько декоративна эта история, все-таки сюда попадает какой-то мусор, наверное. Ну, какие-то облетают листики, может, прорастают какие-то сорняки. Вот эстетически сложно за ним поддерживать. Вопрос понятен, это в плане ухода, так как мы занимаемся не только созданием садов, но и наши созданные сады ведем, берем на обслуживание. Как раз самый простой участок обслуживания – это сад камней. Это два раза в год, когда там после зимы наметет какие-то старые листья и иголки, вымести, ну и в конце сезона точно так же. Не заиливаются? Нет, ничего. Нет, ничего не заиливается, не зарастает, так как проводятся регулярные движения волн. Вот. Даже монахи, конечно, это делают каждое утро. Даже наши любители, клиенты, кто заказывает сад, не могут себе это позволить по временным там причинам. Но достаточно раз в неделю, раз в две недели нанести новый рисунок, никто не поселится на этой территории. В общем, прополка должна быть как в саду, раз в две недели, и тогда все будет хорошо и достаточно декоративно. Конечно, да. Хорошо, Глеб, спасибо большое за интересную историю. Надеюсь еще посетить ваш замечательный сад и поговорить на какие-то другие интересные темы, которые сегодня не пришли мне в голову, но теперь вы действительно увлекли меня этой историей. Я буду интересоваться японским садом и Японией, и думаю, нам найдется о чем поговорить. Да, поговорить. Вашим садом. Поговорить будет, есть о чем. Спасибо большое за увлекательную беседу. Взаимно.